Хищников из пострадавшего от войны зоопарка в сирийском Алеппо вывезли в Турцию. Парк Magic World покинули 3 льва, 2 тигра, 2 медведя и 2 гиены. Они были истощены и больны. Выжили только благодаря неравнодушным людям, которые их подкармливали. Переехать на безопасную землю им помогла международная благотворительная организация по защите животных «Четыре лапы». Поддержала также Министерство окружающей среды Турции. Сейчас животных доставили в реабилитационный центр в турецкой провинции Бурса. Тут их обследуют. Им нужна вакцинация. Нужно их чипировать и дать им номера для документации. Мы сделаем им анализы крови, УЗИ, проверим глаза, а потом станет ясно, в каком они состоянии. Теперь организация планирует вывести в Турцию еще 2 львов и 2 волков.